откуда? Кто они, гилеты в грязной рвани, озлобленные взгляды, одичалый вид? Что ждет их в будущем? Что с ними станет? Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит. На войне мировой отцы их погибали в царских ротах. Их матерей терзали интервенты голодом, блокадой. С младенчества на лица их морщинами легла забота. По городам они скитались злым, голодным, волчьим стадом. Что их спасет? Благотворительность, нравоучение, им и нам смешно все это. Мы знаем больше, человека создает среда. Путевку в жизнь им даст Республика Советов, познавшая могущество свободного всеобщего труда. Гигантов металлургии мы строим под таежному безлюдью. Мы судьбам человечества нашли рычаг живой. Мы беспризорников научим в новый мир пробиться грудью. Мы переплавим их в рабочих стройки мировой. Пожалуйста, право бывает. Вот здесь.
Ага. Парень, что надо. Отца перерос. Приходи скорее, мать. Почем яблоки? Дорого. Ну вот еще. Ну ладно, давай, давай. Ну, бери, бери. А тебе чего? Почем яблоки? Держи его. Пусти. Thank you.
мы мертвых не водим. Ушла Колька, мать. Ушла Колька, мать. Слышишь? Thank you.
ребята. А ведь на койках спать удобнее. Зек. Шурер. Облава! Черти проклятые! Бей, Берта! Бей, легавых! Бей! Бей, легавых! Берта! Тихо! Бей, Берта! Бей! Товарищ Мартынов, держите крепче! Он кусается! Вылезай! Ну, вылезай, вылезай! Пусти! Пусти! Пойдем. Все равно у вас жить не будем. У, леговье проклятое! Чем занимаешься? Я гулящая. Дайте анкету. Девочки все. Давай, ребят. Родители есть? Родители есть? Что ты молчишь? Чего же ты хочешь? Марафет, водки и девочек. Ничего, сказал.
Мустафа, Бер! Старый знакомый! Здорово! Здорово! Тетя Баша, здравствуй! Здравствуй, Мустафа, здравствуй! Где он только не был? Кто его только не знает? Главарь целой банды. Дядя Миша, здравствуй! Здравствуй, здравствуй. Откуда последний раз ушел? Из Ростовского приемника бежал? Бежал. Саратовского бежал? Бежал. В Москве, Серпуховском, сидел? Бежал. Ну куда ж тебя теперь направить? Я равно убегу. Тогда в исправдом, за решетку. Солдат к ужам. Ей-богу, убегу. Ну, в комнату пойдем. Не пойду я. Не пойду. А это Мустафа, Бер. Здорово. Вы что, товарищ? Сын у меня пропал. Николай Ребров. Нет ли его у вас, товарищ? Списка? Нет. Нет. Посмотрите в камерах. Пойдемте со мной, товарищ. Мент идет. Начальский рыдать. Сейчас принесу. На два хорни. Тимох 130 принял и боится играть. Товарищи, считаете ли вы? Внимание, товарищ.
Считаете ли вы, что таких трудных ребят необходимо изолировать? Я категорически возражаю. Я думаю, что если мы... А я предлагаю и настаиваю таких ребят, как Мустафа Керп, направлять в исправдома. За решетку в тюрьму это не выход. Что же вы предлагаете? Товарищи, надо подумать, что делать вот с такими ребят, которые черти сколько лет болтались на улице, бегут из всех детских домов. За решетку. Надо найти другой выход. Да, надо подумать. А по-моему, и думать нечего. А, товарищ Мен! Бугай Маш, здравствуйте, здравствуйте! Ты что, понарел, что ли? В пустой комнате здоровается. Эх ты, тютя! Зачем вызвали? На осмотр, что ли? Ребята, смотри. Кто это? Товарищ милиционер, можете идти. Ты что? Доктор! Ребят, доктор, раздевайся. Ну вот, раздевайся. Штаны снимать? Ниже, доктор! Ну ладно, довольно. Ну, ребята, одевайтесь. Ну одевайтесь, вот, одевайтесь, ребята, веселее, одевайтесь, ну веселее. Вот, теперь одевайтесь. Давай сюда, одевайтесь, давай сюда, давай сюда, ко мне, ко мне. Давай, давай, давай. Нет, давай веселее, ну, веселее, 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 одевайтесь. Садись. То одевается, то раздевается. Вот что, ребята, сидите вы здесь, воздух портите. Детдом идти не хотите? Нет. Нет? Правильно, правильно. Парни, вы что надо? Чего вам в детдоме делать? А, здесь сидеть тоже, буза. Ой, буза. Ребята, а на свободе сейчас? Ой, хорошо. А, вот что, дело у меня к вам, секретное. В бывшем монастыре в одном устраиваю я фабрику коммуны. Поедем со мной, кто хочет. Добровольно. Вместе работать будем. По столярному, слесарному, сапожному, механическому делу, какому хотите. И управлять коммуной сами будете. Ну, на полном доверии. И на свободе будете. Ну, ну кто хочет, высказывайте. Стань твоей коммуны! За твой шорт и матери, да? Винтов наставишь, потому что... Ты я подохнемся! А чем коммуны? Палаты, я твою коммуну! Включи! За решеткой сидеть будем! Винтов наставишь, да? Стань твоей коммуны! Иди к чертовой мать!
Мозгуйте. Ваше дело. Уйти всегда успеете. Ладно. Варим твой коммуну. Говорил. Доктор. Чемера, это мы. Прощай. Выходи. Здравствуйте, товарищ Сергей. Здорово. Вот пропуск. Хорошо. Ну, ребятки, пошли. Пошли. Ну, что же вы, ребята? Ну? А конвой где? Конвоя не будет. Вы добровольно. Thank you.
Ловкость рук и никакого мошенства. Вот здорово так. Молодец. Молодец, Мустафа. Ну, Мустафа, чтобы это было последний раз. Это вам государство долг дает. Отработаете, отдадите. Товарищи, телеграмма из коммуны от Сергеева. Ребята, сейчас вырежу заготовку для ботинок. Вот так. Вот заготовка. Ну, кто вырежет? Ну? Да! Попробуй! Посмотрим. Ну, Мустафа, Фер, не подкачай. Привычки прежние оставь.
Комсом, комсом, коммуна, день, работа, средства, цвета, сапожки, навеки сон, навеки будем в одной единство. Вот это ловка и белый шок на тонко, ловка, лови не подскачай, ловка, умей и сторонку, тебе заснуть переключай. Привычки прежние на слов, на слов. Коммуна, цель, работа, средства, судьба, сапожный, скорее пешком, будем в одной единство. Вот это ловка, и вялый подготовка, ловка, твои подкачай, ловка, умение и сноровку, тебе на слух переключай. Кипит работа горячо, горячо, не встав на льдарный, не взять на пушку, скользи туманом, дуги плечо, и бой катушки, летя на кружку. Вот это ловка, и белый подготовка, ловка, и не подкачай, ловка, умей и сноровку, тебе на слух переключай. Пришел, конечно, подтягивать, и по карманам ушам не шарить, бери на волос, учи, давай, пойди на физик, зажги детали. Вот это ловка, и белый подготовка, ловка, поди не подскачай, ловка, попала перетопка, тебя на круг переключай. Привычки прежние на слов, на слов. Кому на цель, работа, средства, беда, сапожный, скорее слов. Навесно будем в одной единство. Вот это ловка, и белый подготовка. Ловка, вари не подкачай, ловка, умей и сноровку. Тебе на круг переключай. Вот это ловка, и белый подготовка. Ловка, поди не подкачай, ловка, умей и сноровку, тебе на круг переключай. Ложки сперли. Ну. Ага. Ножи, вилки и ложки кто-то спер. Если не найдутся, вычтем из вашего жалования. Ложечку! Горячо! Лопает копыль в дом, а ты дуй.
месте были! Покрывать не будем! Все, скоро идем! Откуда говорят? Да, подходите к столу. Иди, арестовать его надо. Товарищ начальник, мною задержан вот этот гражданин за избиение беспризорного. Ваши документы. Документов у меня с собой, кажется, нет. Вот только книжечка. Друг, сукин ты сын. Thank you.
отцы и матери, а если вашего чистенького бить головой о мостовую, расстреливать, убивать. Хотим ехать в коммуну. Хотим сами шить сапоги. Давай отсюда! Чего отдохнули? Отойди! Чего надо? Да что ты? Катись! Добро! Катись, катись! Хотят ехать в коммуну. Хотят сами шить сапоги. Понял? А гольцы, сукины дети. Молодцы, ребята. Напугались мента. Испугались, целым отделением приперлись. Боевые ребята. Ай да молодцы. И это Колька привел нас. Привел сюда ехать в коммуну. Прошла зима. Крепла и раздевалась коммуна. Мастерские выполняли большой и срочный заказ. Шила, резец и пила. Заново рождали людей. Казалось, что труп окончательно победил. Но...
Товарищ Сергеев, мы без работы сидеть не можем. Ребята бузят. Николай Иванович, решай, что делать. Хорошо, ребята. Поеду в Москву. Буду говорить. Нет. Что же делать, ребят? Сами пришли в коммуну, сапоги чистить. Эх вы, гады!
что же вы? Ребятки. Вы сдохли, убили. Да. Славно время провели. А я вам подарочек привез. Будем строить железную дорогу от коммуны до станции. И сами, ребята, будем ее обслуживать. Поняли? Поняли! Поехали! Поехали! Мустафа! Будет машинистом! Машинистом! А Колька кондуктором! Кондуктором! А я стрелочником. А кто не хочет работать, кто хочет бузить, пусть уходит. Ну, ребята, чтобы это в последний раз. Ребята, качай Николая Ивановича! Что? Качай Сергея! Yeah.
Николай Иванович, не будут больше стоять станки. Мама, Валя, моя пустая, эх, долго ли буду тебя я носила. А судьба ли ты моя роковая, эх, долго ли я жил. Для него я на свете родился, для чего родила меня мать. Эх, и тюремную жизнь испытал. Мустафа ушел. Сколько свист. Ушел. Стой. Эх, нелюбимая, забор запалится, щи горяченько, за кипяточком, слезы капают, эх, ручеечек, забор запалится, да будет париться, не понравится. Горячая, за кипяточком, слезы катятся, да ручеечек.
вам почтения. Зараза, вот сейчас. Вот погуляли там. Николай Иванович. Почтенница. Пятнадцать дней под арест. За пьянку и неявку на работу. Пьяные морды. Где мы лежали? А почему-то после золотию даны на вот тебя люблю. А другие все золотию. Юбку новую порвали и разбили правый глаз. Не ругай меня, мамаша, это было первый раз. Ах, и почему ты вот какого-то одного тебя люблю. Ёлки-палки, лес густой, ходит папа холостой. Когда папа женится, куда же мама денется? Ах, почему ты вот какого-то одного тебя люблю. Да, даёшь Гаврилу. Томка, Гаврилу! Томка, дает Гаврилу! Нам на деньги два громилы, оп, перепомни я. Один я, другой Гаврила. Гаврила! Гаврила, правильно. Друг на друга, да мы похожи. Как две тупли? Это похоже. Правильно? Правильно. Да, мы перебегунки. Гуляли, да мы похожи. Перебегунки. От гитары я помою. Правильно. Как квартиру закатили. Все, что было? Мустафа слабо. Айда, Мустафа. Айда для фарту. Да ешь, что лежишь. Давай, играй! Ну почему они за такого золотию? Да, давай тебя люблю. Ну давай, вот. Ждите моего знака. Ну, давай, давай, давай. Приготовиться. Давай. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ла 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 ла
ребят сбивать. Так, так, Мустафа, за кавом стал. Буду первым машинистом на первом паровозе. А я кондуктором. Мустафа!
Ой, курок, ой, курок, ай, курока во стены парно, ай, водол дала, я шарапу, я один раз, ай. Ой, курок, ай, курок, ай, курока во стены парно, ай, водол дала, портил. Мустафа должен из коммуны приехать. С чего ты задержался? Маленько обождем. Хорошо.
площади вылилось массовое торжество. Коммунары и окружающее население готовилось к встрече первого паровоза. Thank you.
Как же? Мустафа. А хотел быть машинистом. Тебе, Эрик Вершинский.